Всем привет, с вами Артём. В этом видео я расскажу вам об отличном приложении под названием iPhone Data Recovery. Оно предназначено для вытягивания данных с вашего iPhone, iPad или iPod Touch. При первом запуске и подключении устройства программа просканирует память iDevice и выведет все данные, найденные на нем. Скорость сканирования напрямую зависит от того, насколько забито ваше устройство и насколько мощный компьютер вы используете. После этого в левой панели вы сможете переключаться между различными разделами с данными. iPhone Data Recovery вытягивает историю звонков, SMS-переписку, контакты, различные данные из браузера, такие как вкладки, история. Также приложение выводит сохраненные заметки, напоминания, фото, видео и другой медиа-контент, который хранится на устройстве. Если вы пользуетесь популярными мессенджерами Viber и WhatsApp, то вы также сможете просмотреть их историю и извлечь контакты, которые хранятся в этих приложениях. Теперь отмечаем все типы данных, которые мы хотим скопировать себе на компьютер, и нажимаем кнопку «Восстановить». Для текстовых данных, которые мы будем восстанавливать, можно выбрать формат, в котором они будут сохранены. На выбор доступны TXT, XLS и XML форматы. Указываем место сохранения, ждем пару секунд, и вуаля, все наши данные на компьютере. Приложение iPhone Data Recovery позволяет не только делать резервную копию, но и загружать сохраненные данные назад на iDevice. В некоторых случаях такая точечная загрузка может быть удобнее полного восстановления из бэкапа через iTunes. Следующий раздел в программе предназначен для работы с уже сохраненными бэкапами в программе. Здесь, как и в программе от Apple, будут храниться все резервные копии, созданные в приложении. Работать с ними можно даже при отключении iDevice от компьютера. Дважды нажимаем по нужной нам копии и видим такое же меню с выбором разделов и возможностью восстанавливать данные. В третьем разделе iPhone Data Recovery мы сможем подключиться к нашему облачному хранилищу iCloud и получить данные из резервной копии, которая хранится в нем. Да, приложение iPhone Data Recovery не из дешевых, но сейчас разработчики предлагают приобрести его с хорошей скидкой. Кроме того, есть бесплатная пробная версия, в которой вы сможете ознакомиться с основными функциями iPhone Data Recovery и попробовать восстановить данные со своего устройства. Обратите внимание, что приложение отлично работает со всеми iDevice'ами на любой версии прошивки. Поддерживается как устройство с джейлбрейком, так и без него. Ссылку на загрузку программы для Mac и Windows вы, как всегда, найдете в описании к ролику. На этом все на сегодня. Не забывайте ставить пальцы вверх, оставлять комментарии, а также подписываться на канал. С вами был Артём. Пока!